станция дальнего радиолокационного обнаружения в Габале, она, конечно, в общем, в какой-то степени является тупиковой. И реакция Азербайджана или требование Азербайджана о изменении финансирования, оно, конечно, в какой-то степени является не столько экономическим требованием, сколько требованием политическим. Потому что последний год-два ситуация, связанная с Азербайджаном, во многом заходит в тупик. Азербайджан сейчас находится в очень сложной геополитической ситуации. Во-первых, часть страны до сих пор является оккупированной. То есть почти четверть Азербайджана сейчас оккупирована Арменией. Это не только Нагорный Карабах, вокруг которого идет, так сказать, ну, то, что называется, собственно говоря, загорелся весь конфликт, и который оспаривается сторонами его, ну, как бы, национальной принадлежности, но и чисто это азербайджанские районы, например, там Агдамский, Агдаринский район, и еще целая группа районов, которые прилегают к Карабаху и которые фактически гарантируют Армении контроль над Карабахом и потери, над которыми в прямом смысле слова делает Карабах подвешенным на нитке, потому что Карабах похож немножечко на такую каплю, которая свесилась и висит в глубине территории Азербайджана. И вот как раз вот эти боковые стороны капли это являются теми оккупированными районами, которые сегодня находятся под армянским контролем. И с этих пор, то есть практически прошло уже больше 20 лет, как эта ситуация зафиксирована де-факто, и 20 лет Азербайджан пытается предпринять усилия к тому, чтобы вынудить Армению уйти с этих территорий. И, конечно, в этом случае 20 лет это является и темой политики, и темой такого постоянного соднения, такое, знаете, как сильно натертый мозоль для азербайджанской власти, высшего политического руководства. И 20 лет ситуация стоит на месте. Россия, которая много лет назад объявила себя посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией, фактически на данный момент является связанной по рукам и ногам. С одной стороны, особые отношения с Арменией. Мы связаны договорами с Арменией и в течение почти там предыдущих 20 лет, начиная с времен позднего СССР, и особенно в период такого раннего ельцинского периода, мы выстраивали отношения с Арменией, и это были такие особые дружеские отношения, которые оформлены целой группой договоров. С другой стороны, чисто экономически, конечно, Азербайджан для нас представляет намного больше интереса, потому что Армения является абсолютно дотируемой страной, которая не имеет ни своей экономики, не имеет ничего, кроме там куска территории, который занимает. Азербайджан же является одной из таких крупных региональных держав, которая имеет мощный нефтегазовый комплекс, с которым у нас очень мощные интересы. И, повторюсь, в этом случае Россия находится в очень таком уязвимом положении посредника или слуги двух господ. И ни там, ни там она, собственно говоря, своих обязанностей по большому счету не выполняет. Понятно, что это вызывает раздражение. И все это начинает отражаться, конечно, и в том числе на отношения Азербайджана с Россией. Вот это резкий как бы, выкат вот этой новой цены за Габалу, это, конечно, в какой-то степени, на мой взгляд, является политическим оформлением претензий Азербайджана. То есть Азербайджан начинает прямо указывать России, что если вы не можете ничего сделать для разрешения, то пора заканчивать наши партнерские отношения и переходить на чисто коммерческие отношения, которые, собственно говоря, выражаются вот в этой громадной сумме, то есть в 300 миллионов. С другой стороны, Азербайджан отдает себе отчет, что Россия начинает медленно уходить из Азербайджана. Мы сейчас ведем строительство целой группы станций, которые должны заменить собой Габалинскую станцию. С одной стороны, конечно, Габалинская станция для нас очень интересна. Она находится в высокогорном районе, она находится на Кавказском хребте, и она, ее параметры очень удачные, и она является относительно новой, потому что она была создана фактически в 80-е годы. Это была на тот момент новейшая станция, и она перекрывает целое направление в космическом пространстве. Но, с другой стороны, конечно, она является чрезвычайно уязвимой. То есть станция, которая находится на территории другого государства, и безопасность этой станции полностью зависит от того, насколько эту безопасность обеспечит, что называется, структуры МВД и службы безопасности Азербайджана. Насколько они могут обеспечить, мы можем, опять же, судить по той сложности отношений, которая сейчас возникает. И, конечно, нам придется оттуда уходить. Вот в преддверии этого, я думаю, что, опять же, в какой-то степени вот это резкое повышение цены
за содержание этой станции. Это еще и понимание Азербайджаном, что поезд начинает уходить, и что очень скоро Россия просто сама откажется. И пока она это сделать не может, Азербайджан пытается вынудить Россию на целый ряд шагов. Прежде всего на переговоры, прежде всего на интенсификацию переговоров по карабахской проблеме, на давление на Армению. И в какой-то степени это является признаком раздражения высшего азербайджанского руководства, той ситуации, которая складывается и в отношениях Азербайджана и России, и, опять же, в той ситуации, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха и проблемы оккупированных земель.